Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию сообщение на указанную тему. На наш взгляд, интересная, актуальная тема не только при раке легкого, а также при других локализациях. Как известно, около трети пациентов после проведенного ранее химио-лучевого лечения развивается локальный или локорегиональный рецидив. Соответственно, данной категории пациентов необходимо предложить какой-то выбор метод лечения. Первично данные пациенты являются неоперабельными, поэтому также рассматривается трехкомпонентная схема. Это либо химиотерапия, лучевая терапия или комбинированный подход. Какие же сложности встают перед нами, когда мы сталкиваемся с пациентом с рецидивом рака легкого после проведенного химио-лучевого лечения? Необходимо четко понять биологически эффективную эквивалентную дозу первого и повторного курса в планируемом повторного курса лучевой терапии, локализацию рецидива, где он находится, либо в поле облучения, или за пределами ее. Очень важный критерий – это интервал между курсами лучевой терапии. Также объемы облучения, о чем я дальше буду говорить, именно планируемый объем облучения первого и повторного курса, а также общее состояние пациента и состояние органов риска после первичного курса лучевой терапии. Конечно, стоит с огромной ответственностью подходить к выбору режима фракционирования, выбору суммарной очаговой дозы. К сожалению, на сегодняшний момент отсутствуют какие-то рекомендации для проведения повторного курса лучевой терапии. В литературе встречаются немногочисленные исследования, небольшие группы пациентов. Обобщенный опыт за последние 30 лет составляет менее 1000 человек. Извините. На данном слайде представлены некоторые исследования, начиная до начала 2000-х годов применялась технология 3D-конформной лучевой терапии, далее подключали стереотоксическую лучевую терапию, исследовали протонную терапию, более прецизионные методы, получали разные совершенно показатели общей выживаемости, медианы выживаемости, осложнения. На некоторых исследованиях остановлюсь поподробнее. В данном исследовании, проведенных за 2004 по 2013 год, было включено всего 24 пациента. Из них половина имела местно-региональный рецидив, другая половина – новую первичную опухоль. Средний интервал между курсами составил около 50 месяцев. Были подведены достаточно высокие радикальные дозы, около 60 грей средняя составила. Были получены достаточно неплохие показатели однолетней выживаемости, медианной выживаемости. И что интересно в данном исследовании, то что зависимость медианной выживаемости от объема, планируемого объема облучения. Так, при PTV менее 300 кубических сантиметров медианная выживаемость была максимальной, чем при сравнении с PTV более 300 кубических сантиметров. Еще одно интересное исследование изучали интервал между курсами лучевой терапии. Так, при интервале менее 12 месяцев между курсами медианная выживаемость была минимальной, а при интервале более 18 месяцев она составила максимальное значение около 12 месяцев. Проведение использовалась модуляция интенсивности протонной терапии за 5 лет 27 пациентов, средняя доза радикальная 66 грей, показатели однолетней выживаемости были получены локального контроля. Было показано, что при дозах более 66 грей показатели локорегионального контроля и выживаемости без отдаленного прогрессирования были значимо выше, чем при дозах менее 66 грей. И в данном исследовании было крайне важно отмечено отсутствие выраженной токсичности. Пульмониты третьей степени составили 7%. Исследовали коллеги из Японии применение ионов углерода в облучении пациентов при повторном лечении пациентов, правда, с первой стадии немелкоклеточного рака легкого. 29 пациентов за достаточно большой период времени. Использовался режим 12 фракций до суммарной очаговой дозы 66 грей. Понятно, что объемы облучения были небольшие, поэтому не ожидалась какая-то выраженная токсичность, не более второй степени. Но данное исследование, конечно, необходимо продолжать.
Позвольте поделиться собственным опытом проведения повторных курсов лучевой терапии в нашем центре. Это пациент 31 года рождения. По месту жительства проходил лечение по поводу периферического рака верхней доли правого легкого. Была проведена резекция верхней доли правого легкого в 2009 году. У пациента развился рецидив в 2011 году. По месту жительства была проведена лучевая терапия с суммарной чугодозой 60 грей. В 2014 году образовался рецидив локальный. В нашем центре был проведен повторный курс лучевой терапии. Разовая доза составила 2 грея, суммарная очаговая доза 50 грей. Здесь представим 3D-план повторного курса лучевой терапии. Огромный объем, более 300 кубических сантиметров. Но, тем не менее, пациент лечения перенес удовлетворительно, без перерыва, с развитием эзофагита первой степени. К сожалению, данный пациент не мог по каким-то обстоятельствам выполнять компьютерную томографию органов грудной клетки, поэтому через полгода после повторного курса лучевой терапии он выполнил обзорную рентгенограмму, на которой отмечена стабилизация, по сути, процесса. И связь с данным пациентом поддерживалась по телефону, и мы знаем, что период наблюдения составил 2 года и 3 месяца. И еще один пациент, это пациент 49-го года рождения, центральное заболевание правого легкого, полностью проходил лечение в нашем центре, плоскоклеточный вариант, лучевая терапия в 2013 году, разовая доза 2 грея, 66 грей суммарная, 6 циклов полихимиотерапии. Через 2 года у пациента развился локальный рецидив, и в нашем же центре проведен повторный курс лучевой терапии. Здесь представлен 3D-план первого курса лечения, также достаточно большой объем. Рецидив в мае 2015 года, локальный 3D-план повторного курса лучевой терапии. Этот же пациент также перенес лечение удовлетворительно. Было отмечено развитие эзофагита второй степени, что купировалось назначением консервативной терапии. Пациент наблюдался, выполнена СКТ грудной клетки через 2 месяца после повторного курса лучевой терапии. Видны минимальные признаки лучевого фиброза, локальная стабилизация процесса. Далее пациент выполнил компьютерную томографию грудной клетки через 1 год и 10 месяцев. Также отмечено нарастание признаков лучевого фиброза, послучевого фиброза. Период наблюдения за данным пациентом составил 2 года, однако данный пациент умер от прогрессирования заболевания, были выявлены метастазы в головной мозг и кости. Таким образом, позвольте сделать некоторые выводы проведенного нами исследования, что после оценки основных клинических, радиотерапевтических, дозиметрических параметров необходимо рассмотрение повторного курса лучевой терапии как достаточно эффективного и безопасного метода лечения. Наилучшие результаты, конечно, могут быть достигнуты с помощью применения современных технологий лучевой терапии, такие как, возможно, протонная терапия с контролем дыхания, подведение небольших доз к небольшим объемам. И, естественно, необходимо обобщение материала, проведение каких-либо рандомизированных, возможно, исследований для обобщения и написания каких-либо рекомендаций для того, чтобы радиотерапевты не боялись и с четким отбором пациентов назначали при рецидивах, локальных рецидивах рака легкого, назначали повторные курсы лучевой терапии. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Есть ли у кого-то вопросы? Я вижу, что есть. Спасибо за доклад. А скажите, что назначалось пациентам для предотвращения пульмонитов лучевых? Вот на фоне лечения, после лечения, какие были рекомендации? Это же повторно. У данных пациентов пульмонитов не было. Эзофагиты. Отсроченные фиброзные изменения. Пациенты не получали никакого специфического лечения по легким. Начали. Нет, только по пищеводу. Консервативная терапия, обычные масла, альмагели, это противовоспалительная гормональная терапия. Не было отмечено.
А вот в течение самого повторного курса облучения неужели ни одного пациента клинически не было проявления пульмонита? Нет, не было. Вот, всего в нашем центре получено 5 пациентов. Просто у этих двух пациентов длительный период наблюдения. Двое умерли в ближайшее полгода после спасибо, окончания. Спасибо, понятно. Вот по всей стране мы каждый, наверное, из присутствующих имеем тот или иной опыт повторного назначения лучевой терапии при раке легкого. Скажите, пожалуйста, вот существует ли у вас какой-то внутренний протокол, политика вашего центра как-то вот изложена? Какие минимальные сроки должны быть в плане руководства для отбора больных на повторные курсы лечения? Я не знаю, какая остаточная доза как-то может быть подсчитывается физиками и так дальше. Вот какой-то такой внутренний протокол у вас уже есть? Ну, протокол, да, имеется. Минимальные сроки – это полгода после предыдущего, да, курса, первого курса лучевой терапии. Анализируется, если возможно, план первичного лечения, и суммарно считаются нагрузки на органы риска и планируемые объемы, ну, согласно критериям Квантека. Ну, я так понимаю, у вас лечатся повторно не только пациенты, которые первичное лечение у вас проходили, да? Да, да. Вы всегда полноту информации владеете? Вот к сожалению, нет. Первый случай, который здесь в качестве иллюстрации привели, там вообще какая лучевая терапия проводилась? Дистанционная гамма-терапия? Там дистанционная гамма-терапия по месту жительства проводилась, да. Понятно. К сожалению, не всегда удается достать информацию. Спасибо. Клинично. Я думаю, что очень важный доклад именно в плане того, чтобы на федеральном уровне какие-то были приняты, я не знаю, рекомендации. Очень сложно, да. И на сегодняшний день, как бы, вот повторное лечение, если разбираться с точки зрения, я не знаю, следственного комитета в крайнем случае, да, это не стандарт на сегодняшний день. Поэтому вот так вот рекомендовать огульно, конечно, нужно впереди. Не огульно, ни в коем случае огульно, с четким отбором. Как вы назначаете дозу, не зная, какую дозу предварительно получил, допустим, сердце и другие важные. Маечка, можно один момент? Мы сейчас, вот сейчас мы переходим к дискуссии, а у нас вопросы. Поэтому я предлагаю это все-таки перенести все в перерыв. Действительно, тема такая очень острая и яркая, и очень уместная. А можно Владимир Михайлович задать вопрос тоже? Резко различалась выживаемость в зависимости от ПТВ, да, 300 кубиков. 300 больше, 300. И меньше, да. А так что влияло-то на выживаемость? Лучевые реакции, связанные с большим ПТВ, или же просто распространенность процесса, и они умирали просто от отдаленного метастазирования? При увеличении объема облучения, конечно, увеличивается тяжесть лучевых осложнений. Ага, хорошо. Тогда вот ваш последний пример, центральный рак легкого, повторная лучевая терапия. Честно говоря, очень смущает доза на пищевод. 66 грей первый раз, 50 второй. И как-то, чтобы через 2 года не было стеноза пищевода. Не было стеноза пищевода. Вы наблюдаете. Это, конечно, я поздравляю, но вообще-то говоря, на практике, я думаю, это может быть. И очень даже. Спасибо. Спасибо, Владимир Михайлович. Очень тяжелая, сложная тема. Я думаю, что когда вот каждый из врачей и сидящий в зале, когда вот такой пациент к нему приходит, вряд ли кто-то может спрогнозировать. Даже после не очень высокой дозы, каков будет эффект лечения и будут ли осложнения вот при рецидивах после химиолучевого лечения. Но вот если все-таки вот оценивая ваших больных, вот, которых вы лечили, скажите, пожалуйста, вот у скольких процентов пациентов был локальный контроль над опухолью вот на протяжении всей оставшейся жизни, и пациенты погибли от отдаленных метастазов. Вот сколько примерно этих таких больных было? Всего было 5 пациентов. Вот двое представленных пациентов, локальный контроль был как бы 100%, локальный. У одного пациента развились отдаленные метастазы, а, к сожалению, причина смерти первого пациента неизвестна. Остальные живы? Нет, остальные умерли в первые полгода после повторного курса лучевой терапии. Причина? От прогрессирования. От прогрессирования, от генерализации. Не от местного прогрессирования. Там было смешанное прогрессирование, да. Спасибо.
Скажите, пожалуйста, суммарная доза при рецидивах, она зависит от времени, продолжительности, ну, допустим, 5 лет назад произошел, у меня был случай, когда пациент в течение 5 лет жил без рецидива, опухоль была небольшая, но от операции отказался. И рецидив через 5 лет. Суммарная доза в такой ситуации также составляет 50 грей? Да, независимо от сроков, да, желательно подвести более радикальную дозу. Здесь, кстати, в вашем случае, возможно, это была радиоиндуцированная опухоль. Не исследовали материал? Нет. 5 лет прошло, достаточно приличный срок. Данила Вячеславович, скажите, пожалуйста, в вашем центре есть же протонный комплекс. Верно. Используете ли вы протонное излучение для повторной лучевой терапии пациентов рака легкого? Нет, к сожалению, не используем, так как технические характеристики нашего комплекса позволяют лечить только образование области головы и шеи. Статичный пучок, гантри отсутствует, контроля дыхания нет.